я тебя помню. Мы физику в одном потоке сдавали. Василий. Петр. А он тоже наш, из шестой. У него батя академик. Так, ребят, шестая группа, второй поток ко мне. Значит, Куликов. Есть, да? А Векшин? Векшин! Векшина, да? Тихомиров. Я. Иванов. Петелин. Демидова. Тут ребята все, да? Ребята, я за старосту, значит. Фамилия у меня Проскурин. Звать Николай. Значит так, ребята, завтра на картошку 8:00. У института. Все знаете? Вот, опоздавшие идут пешком. Вопросы есть? Нету, да? Ребята, есть? Есть предложение сняться, а? На память? Это ты Успенский? Я Успенский. Слушай, паренек, помоги, пожалуйста, сними. Минуточку. Все сюда, ребята. А у нас первая физика лекция, а у вас? А мы на картошку. Первый курс не посылают. Вы там только не надорвитесь. Я лично никакой радости не чувствую. Какая там радость, одна нервотрепка. Слава богу, что все кончилось. На всех чертей стало похоже. А была? Без снотворного не засыпаю. Кать, а ты язву? Ни капельки. Гусыня твоя, Настя. Лукич, ты документы подавал? Подавал. Только сдавать не ходил. Куда? Через дорогу. Мать сама видела, как нес. Хорошо тебе. А что теперь? Ничего. А ныть начнут, пойду работать. Тут один знакомый звонил. Предлагал поработать с делегацией. Жалко, конечно, деньги упускать, но я решила, все, хватит. Здоровье дороже. Здоровье дело святое. Настя, ну что ты все время врешь? Ну кто тебе предлагал? Кому ты вообще нужна? Я вообще не имею такой привычки врать. И нечего на мне срывать зло. Петь, угомони свою. Да потому что надоело. Хвастаться, хвастаться. А ты не завидуй. Было бы чему завидовать, между прочим. Я не виновата, что ты не поступила. Посмотрела бы, как ты поступила, если бы у тебя там мать не работала. Девки, ну вы даете. Я, между прочим, 20 из 20 набрала. Кто мне знает, как это делается? Все равно по блату! Я вообще не желаю с тобой разговаривать. Ты нормально? Ну, подумаешь, хочет человек, да высказывается. Ну, подожди, не уходи. Пожалуйста. Слушай, еще через весь город пешком шлепать. Ну, потерпи уже недолго. Чего недолго? Кать, что с тобой? Ничего. Ну, поступишь в другой раз. Что, теперь топиться? Совсем я не за этого. А из-за чего? Ну, перестань. Может, я еще на последний трамвай успею. Уедешь? Любишься в какую-нибудь дрянь, да? Ну что ты смеешься? И никто тебя тут не держит! Кать, ты чё? Кать, ты же знаешь, ты мне жутко нравишься. Мне никто так не нравился. Thank you.
разбирай матрас. Оп. Поряточку. Поряточку. Подожди. Ну дай матрас. Что, на полу спать будем? Без кровати? Я, может, сквозняков боюсь. Давайте. Порядочки. В армии то одеяло давали. Белье будет после 10. Машина запоздала. Ну, куда орешку? Женщин куда-то увезли. Барышни увезли в общежитие. Здесь техникум молочный. Вот деревня. Техникум есть, а коровы ни одной. Как раз коров здесь уйма. Совхоз мясо молочный. Коров здесь выращивают. Это центральная усадьба. Трудовое. Здесь за 1000 дворов. Ну, пойдем отсюда. Ну вот, магазин закрыт. Нет, чтобы по-человечески. Отметьте, как говорится, со знакомством. Никто даже не поинтересовался. А мне что, больше всех надо? Да, богатые. Грязищет, как при царе горохе. Асфальт постелить забыли. Не знали, что ты едешь. Деревня, она и есть деревня. Это в городе грязь. А здесь просто земля. Ты хоть чушку-то живую видел, а? Куда мы идем? Так это ж клуб. Танцы? Ясное дело. Ну что? Пошли. Да неохота. Ну, я хоть в туалет схожу. Ну что, брюки продашь? Чего? Продай, говорю, брюки. Что тебе еще продать? Спичку дай. Нету. Дайте! Дайте ему, дай! Да куда ты ее? Че? Шпана проклятая! Это же не школа, это вуз. На ваше место десятки претендовали. От нашей работы ждут. Помощи реальные. А вы? В первый этот день. Не успели приехать, а уже... Вязались в драку. Вы выпили, что ли?
Книга на 6, сынок. Все уладим, только без шума. Зачем ты ему козью морду сделал? Я же еще виноват. Что за тип? Начальство в лицо надо знать. Серега Волков, секретарь комитета. Не связывайся. Небось, характеристики писать будут. Еще выгонят. Он, красная кепка, блондинка. Как зовут? Нравится? Опоздал ты, брат. Вчера ее Карташов в лужу загнал. Жениться должен. Аню Баскину позовите. Пойдемте погуляем. Гулять? Это свежим воздухом дышать? Или, как в деревне говорят, он с ней гуляет? Мы же в деревне. Только как же с разбитой физиономией я стесняться буду? Я другой стороной пойду. Может, до свадьбы заживет? Я смотрю, ты без комплексов. Глупости болтать не будешь? Потрясающе красивая. А обещал без глупостей. Да с этого любой дурак начинает. Количество информации в твоем сообщении равно нулю. А любое сообщение должно нести какую-то информацию. Всегда мечтал влюбиться в такую, как ты. Только я-то не собираюсь в тебя влюбляться. Это не важно. Как это? Не знаю, не важно. Ты что, Достоевского любишь? Я его не читал. Совсем? В школе проходили чуть-чуть. Не помню ничего. Я в детстве спортом занимался. Не способствует чтению. Ну, есть же спортсмены, которые читают. Ну, знаешь, две тренировки в день. До кровати бы доползти. Чего ты вспомнил? Это он считал, что настоящая любовь обязательно неразделенная. Ты как? А так. Ты любишь, а тебя нет. Слушай, он вроде больной был. Серый ты, как мои родители. За что тебя били? Да они не сказали. Всегда мне в деревне жутко. Я их всех боюсь. У меня, когда отец с матерью расходились, засунули меня к родственникам в Кемеровскую область. И я там так и не привыкла. Знаешь, я один раз в лесу заблудилась. Так страшно. Ну, вот она. Деревня Бедова. 5 дворов, 2 старухи. Остальные тараканы. Зато от всех отдельно. Но ты целовал, Сколь, а? Да нет, не было ничего. А ты знаешь, у нее своя собственная корова. Холодно стало. Пожалуйста, печку затопили. А пожрать захотел. Бабка тебе картошки тут же испроворит. А, баб Зой? Нету ее. Она у соседей телевизор смотрит. Че, Успенский, что ли? Ты чего здесь делаешь? Живу. Я тут комнату снял у старухи. Эту комнату снял я.
Я еще в обед договорился. Вон, целая деревня. Ты чего, места мало? Ну, оставайтесь, раз так вышло. Тут... Меня вы не стесните. Мы первые. Вали отсюда! Странное все же дело. Я ведь ей деньги вперед отдал. Да и вообще я уже лежу. Ребят, тут еще вещи. А это Проскурина сумка. Ну, бабка. Бабка-аферистка. Проскурин! Я! А вы как сюда попали? Бабусь, ты что же от нас за дураков здесь держишь, а? Мы так не договаривались, бабушка. Деньги взяли, ничего не сказали. Мы хотели поодиночке, получается опять казармы. Ой, господи. Держи. Совсем стала бабка никуда. Все позабываю, ничего не разберу. Вот глупость-то. Господи, на помойку пора. Ой, баба Зоя. Внучок, думала, пришел. Мишка. В армии тоже. Баба Зоя, ну как же нам тут вчетвером-то разместиться негде? А укрыться-то чем? Согнала работу, хоть одеяло дай. Ну чего-то, полный сундук, бери, чего тебе полный надо, ну. Полный сундук у нее. Горбатая стала, ноги не ходят. Вот здесь посуда. Вот тарелки, а вот и... Баночка нарядная. Возьмите ее себе, мамаш. Да. А молоко где? Молочко-то утречком у соседки у Тоси попросите. У дочки у нее ребятенок сама на ферме работает. А корова-то чья? А корова моя, стельная, в запуске. Теленочка принесет не сегодня, завтра. Так что нету, сыночки, молочка, и теперь очень неизвестно, когда будет. Ух, баба-яга, а? Божий одуванчик. Эй, ты, академик! А ну, освободи койку. У тебя совесть есть? Я уже лежу. А ты что, особенный? Разыграем. Зачем вы эту муру затеяли? Я же все равно выиграю. Если он такой жук, пускай тянет последним. Ну, давайте, давайте. Короткая, диван на весь срок. Ну вот, я же предупреждал. Ну, спи, сынок. Спи. Эй, студенты есть? Кого еще? Черт несет. А? О! Вот и люди. Здорово, мужики. Ой, бабуля, извиняюсь за внезапность. Ты что здесь забыл? Как чего? Мне велели, вот я и прибыл. Чуть в болоте не утоп. Ну что ж, до указаний. Гаси свет и вали отсюда. Медом здесь намазано. Вы что, мужики? Я тут, понимаешь, всю деревню на ноги поднял, пока вас тут засек. Я четвертые сутки в дороге. Воронец, что ли? Он самый. Что, не похож? А где скитался? Я в 5 утра в город прибыл. Денег шиш, деваться некуда. Вуз пришел, говорят, все на картошку уехали. Я на станцию трудовую приехал, автобусов нет. Я на своих двоих. Прости. Вот. Общежитие завалил. Уже темно. Никто ничего не знает. Говорят, старосту ищи. А староста, значит, на природе живет. Ты староста.
Я. Мужики, вы что? Сильно спать собрались? Время детское. Так у нас нет ничего. Нет ничего. А у бабуси? Не могу. Не могу. Это не жизнь, мужики. В таком обмундировании. А что ж ты в таком виде на картошку приехал, а? Элементарно. Непредвиденные обстоятельства. Выхожу утром из общаги. Смотрю, человек. А мне в институт на мандатную комиссию. Я к ней, она нет. Не могу говорить. Проездом сегодня уезжаю. Ну, что делать? Я ее за угол завел, на лавку посадил, а сам в институт. Выхожу. Сидит, ждет шельма. И угодила с ней мужики в минводы. Вот жизнь. Мамуля, папуля, дом двухэтажный. Отец директор санатория. Рай. Ну, погулялись недельку. Хватит, думаю, к знаниям тянет. Давай, говорю, за картошкой сбегаю, а сам в поезд и... Что, так просто взял и уехал? Да ты не переживай, сынок. Она еще молодая. Перекуриваете? А на машине кто может? Шоферов не хватает. Спецодежду дашь? А права-то есть? Где твой драндулет? Видишь, ребра поломаны. Я же автогонщик. Опять спать не били. Девчонки всю ночь трепались. С утра повезли на сортировку. Картошки горы. Гниль. Гадость какая-то. А настроение прекрасное. Даже не знаю, почему. На душе весело. Может, ты в меня влюбилась? Чего нет, того нет. А это что за чучело? Шоколаду хочется. Знаешь, я люблю такой черный, горький. А тут, кроме подушечек, ничего нет. У меня, между прочим, сегодня день рождения. Нет, нет. Никаких подарков. Умоляю. Посидим тихо. По-деревенски. Чего ж не сказал? Поздравляю. Спасибо. Для меня там найдется какая-нибудь подружка. Мне что-нибудь попроще. Я человек не гордый. Красавец мне не надо. Вам как? Самую страшную? Так у нас выбор богатый. Трудно будет остановиться. Страхолюдочка. Ручки сложит и сидит смирно, потому что штаны уважает. А чуть вывеска посимпатичней, уже вся в заботах. Ой-ой, как бы не промахнуться. КПД у нее как у паровоза. Это не остроумно. Правильно. Скажешь слух, вроде пошлость. А делаешь тихо, называется житейская мудрость.
Шоколад. Две. Отец, автобусы будут на трудовую? Нет. Теперь лишь до утра. Никуда не будет. Где загулял? Мы уже шум хотели поднимать. Да, и запри дверь. Бабка ворчит. А воронец? Постучит, если появится. Сидим. Васька жрать хочет, злится. Наконец является Лёшка с двумя барышнями. Ну, мы, конечно, тост подняли за именинника. А именинник вышел с этой, с красной шапочкой. Только его и видели. А вторую-то провожать нужно. Проскурин ругался. Колька, пусти, зараза! Когда у тебя рождение, а? Зачем дверь-то заперли? Зачем? Мартовские, Коля, прямо в женский день. Ты, Лёшка, аморальный тип. И воспитывать мы тебя будем по-страшному, понял? Только не убейте. Чайку, что ли? Самый сон перебил. Ой, что было, мужики? Ах, что было. Забрели мы в потьмах, черти куда.
Амбар не амбар. Только разговор пошел серьезный, вдруг дверь открывается. Мужик лошадь заводит. А сам-то тепленький. Лошадь хочет привязать и промахивается. А веревку, прям на нас роняет. Лошадь за сеном тянется, того и глядя за голову схватит. Я от смеха помираю. Она страху. Врешь ты все! Мразь. Мужики, а может ему старый фингал засчитать? Ой, никак не разродится моя музыка. Прямо беда. Это кто? Журавли, что ли? Гуси. Высоко. С ружья не достать. Ты, Васька, практик. Без всякого полета. Лес увидишь, думаешь, дрова. Дрова и есть. Природа ее хорошо. И жигулей наблюдать через окно. А в деревне от нее один вред. Это почему? А то дом-то на земле стоит. То подмерзнет, то сгниет. Крышу починил, крыльцо завалилось. Никакой жизни, только вкалывай. То с хлебом, то с хреном. А что, академик, оставайся в деревне, дом отгрохаешь, на местной женишься, а мы к тебе в гости приезжать будем. Колбасу возить. Я не против. Большие тысячи слупить придется. Это с меня же еще и тысячи.
С тебя чего взять? С бати. Сейчас охотников развелось, письма строчат. Хочу в деревню, только пустите. И работать согласна. И берете? А на кой? Это не крестьянин, это дачник. Ему, как вам, выходные нужны. А крестьянин по нынешним временам вроде как мамонт, большая редкость. А ты, Альберт, крестьянин? А крестьянин это, брат, такой зверь, которого ты не видел. Тебе его не понять. Природы у него нет, а есть земля. Он у нее семя прячет и ждет приплода. Ему хочется посмотреть, как колос вышел, как проклюнется. А другой хлеб ему не сытный, потому что он, как хорошая собака, из чужих рук не ест. Вот так. Что случилось, баб Зой? Дед опять озорует. Корову из сарая прогнал изверг. Муж, что ли? Не, это он выпивший. Я тебе ноги пообломаю. Ступайте отсюда, а то посажу. Я тут живу, это моя квартира. Постояльцев никого не пущу. Да вы ему бутылочку поставьте, он и утихнет. Он ее каждый раз гоняет, добавить хочет. Он тут хозяин. И дом его, и сад. А твой дом где? А мой дом там. Там майор живет. И сын его, и сноха с дочкой. Так это же магазин бежать надо. Леха, сгоняй в магазин. Тут хозяин объявился, бузит. А я ведь молодой, знаешь, какой был? Я их всех тут крушил. Без меня никакая драка не получалась, а я их никого не боюсь. Меня первый раз посадили, мне 15 стукнуло. Друг у меня был, Бырин Митюха. Я ему башку проломил. А после у меня тоже хороший друг был. Иван Савич. Он счетоводом был. Но это совхоза не было тогда, колхоз. И мы с ним казенную кассу прогуляли. Свящев уехали, и нас прямо у Марухи его и взяли. Там такого названия. Трудовой, знаешь, это она теперь трудова. А название было Сучья горка. А мы завсегда были бедовские. И бухтит, и бухтит. Угомон-то тебе будет? А ты им расскажи, расскажи, постояльцам-то. Как это есть дура старая. Дом продала, сама к сынку своему намазалась в Вологду. На сыновы харчи. Деревня ей, видишь, неперспективно стало. А теперь сбегла обратно. Не глянулась у снохи. А куда ей?
этого с лагеря-то прямо на фронт в штрафную. Вот. Ну, ночью привезли, посадили в окоп. А с утра, как здесь донуло, очухался только сам батя. А после в этой, в трудовой, коровник строили, так балку на меня сранили. Вот тебе пенсия. Ты что людей пугаешь, сынок? Очухайся, Петро. Ненавижу! Здрасте. Неужели твой? Нет, сестры. А я вас знаю. Я ж Бедовская. Вы у бабы Зои живете, а мы через забор. Точно. Нам бы молочка. Чего надо? Чего к девке вязнете? Не шуми, мать. А, ребята. Продай нам молока, мы и уйдем. Здравствуйте. Здрасте. Светка, сбегай как леди. Попроси молочка. А меня тетя Тося зовут. Таисия Прокурин, Павловна. Николай. Очень приятно. Хочете, покажу все хозяйство наше? А дочка что, работает дояркой? Светка-то? Да нет, на почте. Помогать приходит к мамке. А старшая у меня в военном городке, в магазине. И зять у меня, а мужа нет. Сами обходимся, привыкшие мы. Работа тяжелая, выходных не дают, работать некому. Спасибо. Кушайте на здоровье. У нас молочко по жирности второе в области. Клавка! Милку позови! Ты чего? А, тот, который меня в первый день отметил. Здорово, друг. Здорово. Коль, ты чего? Кто тебя просил? С ума сошел, что ли? Убьешь же! А ну вставай, падаль, я лежачих не топчу! Не тронь! Привыкли дешевки по темным углам, учить их надо! Козел! Ты же меня без зубов оставил! После масляной пост 7 недель. Ни мяса, ни рыба, ничего. Чего матка на стол поставит, то и лопали. Никак нынче. А брат старший Пашка с погреба сало таскал.
тишком. Драл его папаня, а он все равно таскал. Или с ребятишками на озере. Тихаря окуньков наловят, поджарят и стрескают, чтоб мать не видела. Озеро-то не наше было, ловить-то не позволяли. Его немец Шумахер купил и фабрику на той стороне поставил. Какой у тебя разряд? Да нет у меня разряда, Коля. Просто я играю прилично. Пора ему темно делать, наглый очень. Ну, принцип у тебя, в общем, правильный. Сила есть. Ума не надо. Вот точно. А в этой игре, Коля, все наоборот. А в войну все на озеро повадились. За лето поели всю рыбу. Пропала рыба. Ой, чего только мы не жрали, сыночки. И крапиву, и щавель конский. Все жрали. И что, немцы здесь были? Ха, здрасте. А как же? 23 ноября пришли, а ушли 29 декабря. Все пожгли, ни одного дома цельного не оставили. Как их под сутеем-то стукнули. Так мы их больше и не видели, чертей проклятых, наворотили делов. А зачем жгли-то? А спроси у него, зачем жгли. Мужиков-то не было ни одного. Одни бабы да ребятишки. Всю Россию забрать хотел, вот и жёг. Которые дома сейчас стоят там, они все бабскими руками ставлены. У нас бабы-то привычны без мужиков. Раньше мужики в Питер ходили. Была такая в Питере Жмочкина фабрика. Хомуты делали да сбрую. Приезжали только на праздники да на сенокос. А папаня-то, папань как ушел на германскую, в 14 году, тогда 22 года мы его и не видели, а пришел весь покалеченный. У немцев в плену был, в Красной армии служил, в Сибирь на Колчака ходил, в Крым ходил. Да видать было, что скоро помрет. А нас у матери четверо, да бабушка. А теперь я одна остался. Живая. Баб Зой, солдат колет. Смотри, рассерчал. Интересный парень. Нам бы с тобой такого мужика, баб Зоя, а? Будет тебя молоть-то. А чего особенного? Ты им про своего Гордея расскажи, как ты любовь крутила. Баба Зоя у нас, знаете, какая была? Ух! Дурел ты, Тоська. Внук у тебя растет, ты брешь, не знаю, что. А что стыдиться-то? Им же интересно, как все раньше было. Баба Зоя, а помещиков мать с отцом помнили? Бабушка помнила, мать с отцом молодые были. Барин у нас был, Оленев. Он в губернии большой начальник был. Бабушка рассказывала, как поедет он гулять, у кого окошко побитое, хозяина позвать. Почему да как? Денег даст, велит ставить. А ежели денежки-то прогуляли, тотчас велит наказать. Справедливый был. А барин-то, Евстолия Дмитриевна, девок била. Горничных девок била, дралась. А сама ты из крепостных недалеко от улицы Никольского. А он ее взял, на ею женился. Ух, излюшая была. Ты что, сдурел, что ли? Вставай, Леха, девки заждались. Че спать-то? Да ну их всех в болото. А бабу Зою видали? Не любит про себя. Конюх у нас был Гордей. Красавец такой. Цыган у него отец был. И завела промеж себя. Любовь у них.
Вся деревня знала. Муж ее в кровь избивал. Она очухается, отлежится и опять к цыгану своему. Убился он. Пьяный был, лошадь понесла. Фантомас, сумку. Ну-ка ты, сейчас собаку пущу, она тебя пощекочет быстро. Кретин. Тебе дурак утащил. Если такой козел. Постой, Петиль. Ну как тебе, Витек? А, норма? Почем, шеф? Фантомас! Командир! Куртку отдай! За наличные! Надышали кони. Шевелитесь. Что, сачкуешь? Надоело. В город охота. Приглядите, баба Зоя. Что это ты? Да я быстренько, я к Люське, на минуточку только. О, придумала. Да что-то у меня корова не поет. Да я быстренько. Чего это ты? Сыночек, постереги ребеночка. У меня корова не поенная, а у наветка блошенная. Ну не плачь, не плачь, не я мигом. Надо. Я мигом. Баба Зоя! Баба Зоя! Что с вами? У вас лекарства какие-нибудь есть?
Ну куда ты пропала? Бабке плохо. Тут еще пацан. Ой, я боюсь. Пойдем со мной. А где вас скорую вызывают? Вдруг она помрет. Ну что? Микола. О, Миколу. Да где же его взять-то? Миколу твоего. Он в Вологде забыл, что ли? Может, телеграмму послать? Да успеется. Какую телеграмму? Баб Зоя, да погоди ты помирать. Сейчас доктора привезут. Укольчик тебе. И побежишь еще. Что тебе? Угодника, что ли? Да на месте, он на месте. Ой, не как папа. В церкву никогда не ходила. А здесь ей папа подай. Ой, угодника тебе, что ли? На, вот он, угодник. А, поняла, поняла. Денежки у нее там. Ясное дело. Сейчас посмотрим. Мишке 200. Внук у него в армии. Что, послать? Или когда вернется, а? Баб Зой, Колька-то приедет, заберет все. Ну? Ну хорошо. Хорошо, хорошо, спрячу. Хорошо. Мишка придет, бабку навестить, так все до копеечки и получит. Так, считаем. $73. Правильно, баб Зой? Помню, ты просила Катерину звать, да? Обмыть тебя. Десяточку Катерине. Так, десяточку. Матвею за работу еще 10 рублей. Так. 15 рублей могилку вырыть, да? Вот еще 25 рублей. И 38 на поминки, да? Правильно, баб Зоя? Так я говорю. Ну вот и разобрались. А корову? Корову-то Колька заберет, когда приедет. Собрались хоронить, а мужиков никого. Одни старухи, да я с девками осталась. Взять в район поехал, да и пропал. Помогите хоть до кладбища донести. А вон хромая. Видите? О, это комариха. А она у нас что-то вроде гадалки. Травки у нее, болячки заговаривает.
А потом и милиция забрала, испугалась. А вон Алка, сестренка моя. А это дед Федор. Ему 92 года. Баб Зоя рассказывала, он молодой был, лошадь подымал. Вот такая сила. И что интересно, ничего не соображает, родных путает. А спросить, что раньше было, до войны, ну там, или совсем вообще при царе, ну все помнит. И у кого мельница была, и когда школа сгорела. А он маленькая, тетя Шура. Она, знаете что, она в прошлом году замуж вышла, ей-богу. А ей 74, а мужу только 70 будет. Иван Демьянович. Он у нас в школе учителем был. А, это просто Галя. У матери на ферме работает. Отдыхайте, ребятки. Эх, на психику дает. Пойдем в клуб. Я, пожалуй, пас. Пойдем, сынок. Ну, а я-то там что забыл? Кино бесплатное, синьориты. Все не здесь торчать. 76 копеек на всех. Еще по пятаку на метро оставить надо. Хватит. Как раз. Полтинник на синьорита. Что читаешь? Да вот, у Таисии на кухне валялась. Ни начала, ни конца, сразу с 90-й страницы. Вечером его привезли на очную ставку. Жутковато, да? Сверчок стрекочет, а бабки нет. Воронца позови. Кто? Сам знаешь кто. Я сплю. Меня нету. Она там стоит.
покоя. Уйди. Уйди, я тебя видеть не могу. Стакан налить надо. Мы бы рады, но... Нет у нас, отец, пустые мы. Значит, трешницу давайте. Гостиниц надо. А то жили-жили, до свидания. Возьмите кофе. Почти полная банка. 6 рублей, дефицит. А ключи куда деть, отец? Тут и воровать нечего. Вот чудак, кофе уважает. Дурачок, нужен ему твой кофе. Он в магазин на бутылку менять побежал. Автобус. Ну, Никита, отстреливать пора. Ну-ка. Армия по тебе плачет, академик. Сарай закрой. Вот он, лодырь-то. Не мог раньше родиться. Бабку побаловать. Мужик или баба? Бычок. Такой же, как ты. Счастливо. До свидания. До свидания, Тось. До свидания. Ну, приезжайте еще. Да.
Thank you.